Карта Хуша Дзенпара обозначает символ дурака или наивного человека. У этой карты есть свой номер, ноль, и есть огромнейшее значение. Дурак может быть в понимании физического мира и как ваше общество смотрит на ваш путь. У каждого свой путь, и абсолютно должно быть никому не важно, что вы себя представляете на этом пути и как вы его проходите. Важно то, что вы его проходите, и важно, чтобы вы были уверены, что это путь именно ваш. Может быть, на этом пути, может быть, он не такой путь, как у всех. Может быть, на этом пути вас иногда, ну, я не знаю, на физике обманывают. Но вы, может быть, наивны. И по существу, что я конкретно хочу вам передать, что путь дурака состоит, скажем так, путь этой карты, да, состоит в понимании того, что да, можно быть наивным, можно быть дураком, но надо быть этим в своем чистом осознании. То есть эта карта именно говорит о чистом, что ли, о чистой сущности, чистой осознанности, вплоть до вот такого наивного дурака. Если у вас есть какая-то проблема идти по своему пути, вы глубоко внутри знаете, это ваш путь. И, допустим, ваше общество, в котором вы находитесь, не принимает этого пути. Все равно найдите в себе силы идти именно по своей дороге. И только своя дорога может быть необычайно интересна, индивидуальна и насыщена именно теми событиями, которые Бог приготовил для вас. А чтобы вам было легче идти, я хочу вам дать эту медитацию. Все приготовились? Закрывайте глаза, глубоко вдохните в себя и, выдохнув, представьте, что сейчас вы стоите у закрытой двери. Откройте дверь и войдите через нее. Войдите в светлое помещение голубо-белого света. Сейчас в это помещение в центр опускается огромнейший луч света, который полностью наполняет это помещение. Попросите у этой энергии быть на своем пути. Пусть эта энергия выведет вас на свою дорогу. Войдите в этот луч
Почувствуйте, как вам передают энергию ваши дороги. Слейтесь как бы с этой энергией. Воедино. Защитите себя от всех ваших сомнений, что вы идете именно по этому пути. От всех трудностей светлым лучом, который полностью пронизывает вас и как купол закрывает вас от ваших же сомнений, от мнения общества, от мнения других людей. Важен только ваш путь. Важно только ваше развитие. Наполнитесь этим светом. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, откройте глаза. Будьте всегда на вашей дороге. И смело шагайте, будьте иногда в чем-то наивны и позволяйте высшему миру совершать чудеса. С вами была Ольга Беме, Лайтланд. До новых встреч в нашем календаре. Пока!